Говорят, не место красит человека, а человек место. Горловская молодежь взяла пример с этой пословицы и приняла участие в акции «Молодежь за чистый город». На протяжении всего летнего периода ребята приходят в места отдыха и оказывают содействие в их уборках отдыхающим. Участие в уборке Короленковских прудов приняли воспитанники военно-патриотических клубов Горловки и активисты общественных организаций. Я, как активист общественной организации «Молодая республика», являюсь неравнодушным человеком к чистоте своего города. Регулярно принимаю участие в акции «Чистый город». В начале акции к юным жителям города обратились сотрудники МЧС, которые напомнили о правилах поведения вблизи водных объектов. Для более комфортной уборки участников обеспечили необходимым инвентарем. Такая акция проходит в течение всего лета, то есть это не одно мероприятие, а целый цикл, и в каждом мероприятии принимает порядка 20-30 человек. Отметим, что в период летних каникул ребята с удовольствием приходят в места отдыха горловчан и гостей города с благородной целью очистить территорию от мусора. Так подобные акции в очередной раз напоминают людям о том, как важно не сорить и выбрасывать за собой мусор. Таисия Дорофеева, Анастасия Градинарова, Дмитрий Озорнин, Первый республиканский.